Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня у нас видео распаковка. Распаковывать мы будем мой заказ в интернет-магазине «Центр здоровья кожи». Я хочу не просто вам показать, что я заказала и на какую сумму. Я хочу вам рассказать, как сделать заказ в этом интернет-магазине. Речь пойдет об интернет-магазинах «Фармакосметика» и «Соколор». В «Центр здоровья кожи» раньше входили три магазина. Это «Фармакосметика», «Соколор» и магазин, который продавал БАДы. На данный момент я его сейчас не вижу. Если вам трудно просто воспринимать информацию на слух, то в инфобоксе будет ссылка на инстаграм-блог, где я уже разместила пост примером заказа и с подробным описанием, как его сделать и какие промокоды были применены. Я для примера взяла набор Биодерма, который со скидкой стоит 1332 рубля и который после списания баллов применения всех промокодов выходит за 940 рублей. Я думаю, так будет более понятно все, о чем я буду сейчас рассказывать. Если вам известны какие-то промокоды, помимо тех, что я указала в инстаграм-блоге, то можете писать их в комментарии, либо под видео, либо в инстаграме. Можете задавать вопросы и там я постараюсь всем ответить. Итак, «Центр здоровья кожи», как я уже сказала, это два интернет-магазина «Соколор» и «Фармакосметика». Можно оформлять заказ в браузере, то есть можете вбить «Центр здоровья кожи», там будет единый личный кабинет для двух этих магазинов. Можете вбить только «Фармакосметика» и сделать заказ на «Фармакосметике», можно отдельно сделать заказ на «Соколор», а можно скачать мобильное приложение «Фармакосметика» и сделать заказы там. Чем отличаются заказ в браузере от заказа в мобильном приложении? Во-первых, могут отличаться подарки за покупку. На браузере версии будет один подарок за покупку, а в мобильном приложении может быть другой или отсутствовать вообще. Промокоды. Промокоды обычно берут в Instagram, но могут приходить на электронную почту. Мне так отслеживать их тяжело, потому я просто подписана в группу ВКонтакте, не буду писать название, эту группу можно найти, любую другую группу, я не хочу давать рекламу никому. Если я нашла, то и вы найдете, поэтому просто ВКонтакте, там, где есть слово о косметике, там, где делают заказы, там появляются посты об акциях и промокодах. Также в инстаграм-блоге я выкладываю акции, которые проходят на данный момент. И если есть у меня промокоды, то пишу и про них. Поэтому можете подписаться и следить за новостями. Возможно, вам удастся сделать такие же выгодные заказы, как и у меня. Промокоды. Они тоже могут быть разные. Есть промокоды, которые могут применяться только в браузере. Либо на «Фармакосметике», либо на «Соколор», либо там и там, но они могут не проходить в мобильном приложении. Для мобильного приложения обычно приходят какие-то другие промокоды. Мобильное приложение удобно тем, что там можно применить сразу несколько промокодов, но когда вы применяете промокод, следите за синхронизацией корзины, потому что у вас может слететь либо скидка, либо бесплатная доставка, либо подарок, то есть нужно тогда менять последовательность применения промокодов. Я сначала ввожу промокоды на скидку, потом на подарки, а потом на бесплатную доставку и каждый раз проверяю корзину, все ли у меня на месте, только потом делаю подтверждение заказа. В браузере можно применить только один промокод, поэтому там чаще всего промокоды с двойным действием. То есть, например, промокод LONDA1, он дает скидку 30% на всю корзину, плюс бесплатную доставку. Это очень удобно. Подтверждение заказов делается всегда через оператора, независимо от того, оплатили вы заказ или нет. Если вам попадется, так скажем, вредный оператор, он может сказать, вот вы сделали несколько заказов, все с применением промокода там на зубную пасту, положен только один в руки, ля-ля-ля, я вам ничего не отошлю.
Тут смотрите сами, можете отказаться от заказа, но просите, чтобы баллы вам вернули. Есть промокоды на баллы. Вот в начале августа действовало два промокода. Баллы были на 200 и 300, а всего 500 баллов. Собственно говоря, поэтому эти заказы и были сделаны. Если есть, извините, баллы и бесплатная доставка, то этот заказ просто получается мега выгодным. На данный момент, к сожалению, у меня нет информации ни о каких промокодах на баллы. Поэтому, если они кому-то известны, пишите, пожалуйста, в комментарии. Что здесь удобно, что в этих интернет-магазинах списываются и баллы, и применяются промокоды. Так, я сделала три заказа. Два на фармакосметики, один на Соколор. Давайте смотреть. Итак, перед вами заказ Аравии, набора. Это тоник и крем-пенка очищающая, первый шаг ухода. Этот набор изначально стоил 935 рублей. А после промокодов и списания в баллов, с 935 рублей мне удалось списать 186 баллов, набор стал стоить 560 рублей, что намного дешевле, чем если бы я делала этот заказ на официальном сайте Аравии. Крем-пенка очищающая идет с витамином С. Этим она мне и понравилась, потому что пенка способствует осветлению кожи. Если у вас веснушки, пигментные пятна, то тут еще помимо витамина С экстракт лимона, экстракт петрушки, солодки, бадана. Поэтому я думаю, что эта крем-пенка очень хорошая. Срок годности у нее 2 года. Изготовлена она в мае 2021. И к ней же шел тоник. Он тоже идет для всех типов кожи. А мягко очищает поры и заметно улучшает цвет и структуру кожи. Здесь объем 250 мл, у пенки 160. Применила я промокод на зубную пасту. Промокод в инстаграм-блоге указан. Это постоянный подарок, так скажем, гелевая зубная паста. Но мне здесь не вложили гель для рук. Антисептик. Ну, бог с ними. Не вложили и не надо. Пожадничали, как всегда. Зубная паста у меня такая уже есть, она у меня в использовании, и сейчас я, так скажем, пополнила запасы. Зубная паста очень хорошая, здесь 75 мл, освежающий эффект, убирает налет, убирает кровоточивость десен. Также в корзине высвечивались два саше, одно средство действительно пришло в виде саше. Это антивозрастной эффект для волос, невесомое желе-масло для волос. Второе было средство указано как саше, но пришло вот в таком виде, в виде крема пробничка. Это увлажняющий, успокаивающий крем в объеме 2,5 грамма. Ну, у нас, как всегда, начинаешь снимать видео, и у нас проходит какая-то тяжелая техника под окнами. Вот так он выглядит. Честно думала, будет сашетка, но пришел вот такой пробник, что очень приятно. Это первый заказ на 560 рублей. Так, давайте открывать второй заказ. Так, я его возьму вот отсюда. Здесь уже рекламный буклетик у нас есть. Это заказ тоже Аравия. Я как-то в видео показывала вам, что я взяла набор пробников. Один набор я использовала от Аравии. И мне очень понравился крем для тела увлажняющий лифтинговый. С ароматом грейпфрута. Здесь 300 мл. Первоначально он стоил 531 рубль. После списания баллов и скидки
Он вышел 319 рублей. Доставка, ну, естественно, бесплатная. Изготовлен он тоже в мае 2021 года. Очень классный крем. В пробнике он мне понравился. Запечатанный. Через фольгу ничем не пахнет, но мне понравился очень аромат, ненавязчивый такой вкусный аромат грейпфрута, очень приятный. И поэтому я думала заказать на официальном сайте, но когда посмотрела его стоимость со скидкой плюс платная доставка, я от этой мысли отказалась. Немножко поверну камеру. Так, здесь мне от 531 рубля программа дала списать 106 рублей. Плюс прошла еще скидка и вышел он 319 рублей. Также по промокоду добавила себе зубную пасту в подарок. Такая же сашетка желе масла для волос. Еще не читала, надо почитать, что оно делает. Вообще к каждому заказу идет вот такой антимикробный гель для рук от Клац. Был выбор либо грейпфрукта, либо яблока. Я в этот раз выбрала яблоко 50 миллилитров. Это получается у нас все подарочки. И саше, не помню, чтобы оно у меня было заявлено, от Олен мицеллярный шампунь для волос. Не помню, чтобы он был в заказе. Он и не отображается в накладной никак, но, наверное, это какой-то бонус. Так, объем 10 миллилитров шампуня. Ну, я говорю, это какой-то бонус, потому что в заказе его не было. Оба заказа были сделаны в мобильном приложении Фармакосметика, поэтому у меня и списались баллы, и добавилась зубная паста. Вот. И плюс прошла бесплатная доставка. Все промокоды, напоминаю, в Инстаграм-блоге есть. Так, и следующий заказ это с сайта Socolor. Я его делала в браузере. Мобильного приложения на Socolor нет. Заказала свой любимый Олин. Очень люблю эти средства для волос. Так, давайте сначала я вам покажу, что я купила и что шло в подарок. Наверное, вот это все можно убрать. Покупки поставим вот сюда, а подарочки у нас будут вот с этой стороны. Я думаю, так у нас все будет нагляднее, да? Вот так. Итак, что я заказала? Я Олин первый раз попробовала. Не знаю, я правильно делаю ударение или нет. Олин, Алин, Олин, наверное. В бьюти-боксах мне приходили масочки для волос, и все маски мне понравились. Поэтому, когда я увидела, какие подарки идут за заказ, этой марки я сделала заказ, естественно, даже не раздумывая. Так, взяла попробовать кондиционер для волос, двойное увлажнение. Здесь 200 миллилитров. Так, первоначальная его стоимость 220, после скидки 176 рублей. Срок годности. Так, быстро сейчас я не найду. 36 месяцев, дата изготовления май 2021 года. Это формула двойного действия, максимально увлажняет сухие, пористые, обезжизненные волосы, восстанавливает и насыщает их питательными компонентами, облегчает расчесывание, заглаживает кутилярный слой, снижает эффект статического электричества. Так, вот такой вот кондиционер. И взяла две маски. Первая маска. Интенсивная маска для восстановления структуры волос.
Стоимость ее 229 после скидки 183 рубля. Питает волосы кератиновым протеином, возвращает блеск, здоровый вид тусклым волосам, поврежденным химическими процедурами. Так, у нас не влазит все. Сделаем вот так. И еще одну маску взяла попробовать. Это маска, сохраняющая цвет и блеск окрашенных волос. Стоимость ее 229 рублей со скидкой 183. Улучшает структуру волос, поврежденных окрашиванием, возвращая им эластичность и мягкость. Сохраняет здоровый, насыщенный цвет. Собственно говоря, что нам и нужно. Так. В сумме это все изначально выходило 678 рублей со скидкой 542 и дало списать 136 баллов. В результате весь этот набор вышел 406 рублей плюс бесплатная доставка. Что шло в подарок? В подарок шел вот такой вот набор. Я из-за набора его и заказала. Вообще на сайте его можно было купить отдельно, и он стоил 300 рублей. Так что подарочек очень даже хороший. Так, сейчас я вот это вот хочу вытащить. И здесь у нас есть описание того, что входит. Во-первых, крем-спрей для волос 15 в 1 в объеме 100 миллилитров. У меня такой приходил в бьюти-боксе, и я им сейчас активно пользуюсь. И второй у меня еще лежит в запасах. Я, естественно, взяла. Мне очень нравится. Во-первых, волосы увлажняют. Во-вторых, они выглядят здоровыми. Блеск здоровый. И что мне нравится, на мокрые волосы на ночь нанесла, расчесала так, как у тебя должна выглядеть утром прической. Утром просто встаешь, расчесываешь, волосы послушные, прическа укладывается сама. Мне очень нравится. Поэтому, когда я увидела вот такой вот наборчик, я, естественно, его взяла. Что сюда еще входит? Восстанавливающий шампунь в объеме 100 мл. Бережно очищает, увлажняет и укрепляет слой волоса, обеспечивает мягкость, здоровый блеск, возвращает волосам естественную красоту и наполняет их природой и силой. Я ни один шампунь, как и кондиционер от Олин, не пробовала, поэтому мне интересно попробовать, и возможно я когда-нибудь возьму и полноразмерное средство. Также входит бальзам для волос. Питательный 100 мл, восстанавливает естественный гидробаланс и предотвращает ломкость волос. Роскошная формула бальзама делает волосы блестящими, послушными, насыщая их протеинами. Очень хороший набор. Я надеюсь, что кроме крем-спрея, который у меня уже есть в уходе, и шампунь, и бальзам мне подойдут и понравятся. Так. Это был основной подарок за заказ. Расхватали, между прочим, наличие сразу. То есть я через пару дней зашла сделать повторный заказ, и уже все. Покупать от Олин было практически нечего, уже все раскупили. Так. Также идет в подарок антимикробный гель для рук с ароматом грейпфрута. Саше мицеллярного шампуня от Олин. Он не был заявлен, его нету в накладной. И опять желе масло. Уже три у меня их таких. Давайте почитаем хоть что оно будет делать. Так, подходит даже для самых тонких волос. Входит в состав хлопковое масло, масло органа, масло макадамии, лецитин, витамин В3, витамин С. Нанести небольшое количество желе масла на влажные или сухие волосы, равномерно распределяя по длине волос. Способствует защите внутренних слоев, защищает от внешних негативных факторов. Ну, не знаю, посмотрю, у меня теперь три таких саше, все равно с ними надо что-то делать.
Вот такие три заказа у меня получились. Один заказ еще в пути. Так как я на Соколор применила промокод на 30% скидку и бесплатную доставку, то, естественно, я уже там не применяла промокод на зубную пасту. Поэтому из трех заказов только две зубные пасты. Ну и один антимикробный гель для рук мне, видимо, не вложили. Решили, что мне двух будет достаточно. Но так бывает. Так бывает. Я надеюсь, что мое видео было для вас полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, переходите в Инстаграм, смотрите там, можете писать и задавать вопросы и там, я постараюсь всем ответить. Еще раз повторюсь, если кому-то известны какие-то действующие промокоды, пишите их, пожалуйста, в комментарии, чтобы все могли сделать такие выгодные заказы, как на данный момент у меня. Всем всего хорошего, будьте здоровы, до свидания.